29-летняя женщина на «Тойоте» протаранила карету скорой помощи. Ее иномарку вынесло на встречку, где и произошло столкновение с медицинским автомобилем. Водитель и пассажир скорой, годовалый ребенок, получили травмы. 31-летнего мужчину с крупной партией гашиша поймали в Красноярске. Ранее судимый наркодилер прятал товар в тайнике в машине. В 7 брикетах было больше 500 доз общим весом почти 1,5 килограмма. Теперь подозреваемый может попасть в колонию на 20 лет. Немаркированные шубы на 1 700 000 рублей арестовали сотрудники Роспотребнадзора. Товар обнаружили в одном из магазинов на проспекте Комсомольский. За нарушение регламента продаж в плен попали 9 меховых изделий. Продавцам, кроме конфискации, грозит штраф до 40 000 рублей. Не больше 5 килограммов в одни руки. В некоторых супермаркетах ввели ограничения на продажу бананов. Ритейлеры объяснили это борьбой с перекупами. В некоторых больших магазинах цены на эти фрукты ниже, чем у крупных оптовиков. Поэтому мелкие компании стали скупать бананы и продавать их у себя. Двоих полицейских из Богучан, которые спасли из огня 8 человек и собаку, наградил министр МВД России Владимир Колокольцев. В сентябре позапрошлого года Виталий Ваганов и майор Гога Кабалия заметили пожар в строящемся двухэтажном доме, когда возвращались со службы. Пока пожарные ехали, пламя перекинулось на 2 соседних строения и линию электропередачи. Начали взрываться баллоны с пропаном. В загоревшихся домах в это время спали люди. В одном – супруги и их 3 детей, а во втором – мать с 2 детьми. Полицейские разбудили их и помогли эвакуироваться. После этого они спасли собаку, которая находилась на цепи во дворе одного из домов.